Тюменские спецслужбы проверяют лагеря на готовность к летнему сезону. На контроле главного управления МЧС региона находится 660 лагерей, загородные, палаточные, а также на базе образовательных учреждений. В 2024 году проверили 15 загородных лагерей. В период каникул также запланированы тренировочные эвакуации. Представители МЧС проведут профилактические беседы с детьми о безопасном поведении на водоемах. Всего летом 2024 в лагерях Тюменской области планируют принять около 19 тысяч детей. Мы доводим до руководителей и персонала основные требования и при необходимости оказываем консультативную помощь этим учреждениям. В текущем году, в период детской кампании оздоровительной, запланировано проведение комплекса профилактических мероприятий с детьми. Это будут как и эвакуации тренировочные в учреждениях, и высадки пожарной техники, и также походы в пожарной части, дни открытых дверей в пожарных частях. То есть с детьми будет проводиться обширная работа.